Дорогие наши друзья, мы рады вас приветствовать на своем YouTube-канале. Рано утром мы узнали очень трагическую новость о нашем любимом российском артисте Александре Морозове. Это тот самый артист, которого любит вся Россия. Нам стало известно, что артист на данный момент находится в одной из больниц города в очень плохом состоянии. Как говорят врачи, у него воспаление легких. Что конкретно с ним случилось и где он успел подцепить воспаление легких, пока неизвестно. Информации пока очень мало, и его супруга отказывается с нами разговаривать. Друзья и знакомые просто скрывают информацию, чтобы она не попала к прессе. Давайте, друзья, поддержим Александра Морозова. Хочется верить, что в этой истории будет хороший конец. Подписывайтесь на наш канал, а мы будем стараться узнать как можно больше по поводу этой трагедии. Как только мы что-то узнаем, мы сразу же об этом расскажем вам на нашем канале.